Коленчатый автогидроподъемник разработан по требованиям ПГУ НИГО ЧС Клинским автокрановым заводом. Предназначение данного подъемника – проведение аварийно-спасательных работ на высоте. Высота подъема коленчатого подъемника 45 метров, максимальный вынос стрелы 22 метра, грузоподъемность люльки 450 килограмм, что обеспечивает размещение 3 спасателей. Уникальность данной машины заключается в том, что управление установкой возможно как с кабины, так и с выносным дистанционным пультом управления. Дистанционный пульт управления позволяет управлять гидроподъемником со стороны, отойдя на удаление от машины, что позволяет максимально близко подвести люльку к зданию и проводить аварийно-спасательные работы. Также этот пульт можно размещать в кабине, либо на самой люльке для того, чтобы управлять проведением аварийно-спасательных работ на высоте.